Я нахожусь сейчас в частной бане, в которой пришло время выполнить реконструкцию. В этом видео мы установим электропечь. В этом месте располагалась старая печь, в которую прогорел корпус. Вот таким образом чугун треснул. Ее заменили, вот она уже стоит, новая печь, уменьшенных габаритов. И здесь рядом с ней выделили место под новую, под электрокаменку. Вот таким образом выглядит эта печь в разобранном виде. Произведено в России компанией Sungens. Довольно компактный корпус, 40 на 40 сантиметров, высоту без камней 90 сантиметров. Мощность 9 киловатт и обладает она рядом интересных особенностей, о которых мы поговорим в процессе видео. Для этой электрокаменки существует два пульта. Один попроще, но заказчики выбрали самую дорогую и навороченную модель. Она даже подключается по Bluetooth к телефону. И у нее вот такая красивая стеклянная панель. В этом месте сделали нишу под этот пульт. От него провода пойдут на чердак. И по чердаку вот здесь будет спускаться вот сюда, к печке. В этом месте проложили такую закладную трубку из канализационной 32-й трубы. Чтобы запитать такую мощу, как печка, я собрал электрощит распределительный. От него также будут питаться еще некоторые другие нагрузки в этой бане. Такие вот, как кондиционер, девятка. В моечном отделении также теплые электрические полы. Также здесь уже построено, но еще стоит без отделки помещение под будущую турецкую сауну. Там тоже будет своя электроустановка. В соседнем техническом помещении вот здесь вы выбрали нишу под установку щитка. Ну вот таким образом он выглядит уже в нише. И 4 32-х трубы закладных к потолку. Для соединения печки и пульта был приобретен вот такой вот термостойкий провод. Называется РКГМ 2,5 квадратных миллиметра. Вот таким образом нарезали всю длину, ну сколько нам надо. Ну и пометили просто маркером количество черточек. Вот 4 черточки синим. Или, например, вот 4 черточки черным маркером. Всего здесь 8 проводников. Это непосредственно идет к печке. Сейчас будем вот здесь вот разобрали пол стены. Подцепим вот за вот эту протяжку. И туда в трубу. Вот с другого конца здесь выходит прям под печку. Здесь у нас 7 проводников идет. Вот в этой трубе. И просверлили еще одну на терморегулятор, на кнопку и на клапан. Ну, снимать это неудобно было, но, как видите, все вышло отлично. Все провода уже на своем месте. Вот они здесь протянуты к пульту. Сейчас накинем пульт и будем соединять. Напечатал кучу наклеек ламинированных для маркировки проводников. На таком принтере это Beauty PT210. Все кабели проложены, все проводники. Вот я их все промаркировал уже, что куда. Ну и согласно схеме сейчас буду их на клеммы разгонять. Вот уже даже подключил питающий кабель в одной. Сейчас тут на улице свет отключили, но времени очень мало остается и у меня, и у заказчиков. Поэтому я сейчас работаю при фонарике в темноте, подключаю здесь коробку в парной. Вот таким образом выглядит пульт перед тем, как закрывается он. Пока что временно подключен компенсационный провод. Ну, вот так вот, понаружи. Ждем, пока завод нам пришлет нужной длины. Вот таким образом выглядит коробка коммутации, из которой выходит провод на клапан подачи воды, на... Пока что так подвесили временно. Тестируем. Сейчас печь включили. Термодатчик. И кнопка подачи воды. Вот она подсвечивается красиво так голубым. Нажимаем. Срабатывает клапан. И подает он воду пока что нам в ведро. Таким образом выглядит подключение. Провод пока в стену уходит от временка. Показываю, как проложены кабели здесь на чердаке. За то, что это сантехническая 32-я труба, сильно не пинайте. Так вот, это
три трубы спускаются к контроллеру. Две трубы поднимаются к потолку. Это специально, чтобы здесь остался проход. Ну, к веникам пройти и вообще какие-то хоздела тут делать. Так вот, поднимаются две трубы. И здесь они опускаются в парную. Левая труба – это непосредственно к самой печке. Правая труба – к распределительной коробке. А третья труба пошла горизонтально налево. Здесь она поворачивает и спускается вниз к распределительному щиту. Здесь в этой трубе проложено питание и управление клапаном подачи воды. Вот щит готов под напряжением. Показывает потребление, реле напряжения и тока. Показывает, что сейчас вот печь работает. Нагрузка по фазам. 13 ампер, 19, 14. Печь. Освещение, кондиционер. Ну и добавили один автомат на освещение вот этого технического помещения. Вот так вот выглядит сборка внутри. Здесь оставил вот заизолирован трехфазную шину на будущее. Вот и сразу распечатал наклейку на хамам для парогенератора. Строительные монтажные работы закончены. Тут даже уже отделка. Ну это как бы мы отдельно посмотрим. Включали мы эту печь в холостую на 2 часа для того, чтобы смазка с новых тенов выпалилась. То есть здесь такой прям кумар стоял, дым. Но сейчас печь остыла и приехали камушки. Это жидеид. Вот таким образом он выглядит. Самый подходящий камень для печей. Вот от него коробка. Полудрагоценный камень, ничего себе. У этой печи два контура. Один основной на воздух и второй на электрокаменку, куда укладываются вот эти камни, и который поливается водой. Вот от нее штуцер подачи воды. Так он проходит, опускается под печь. И с этой стороны он подключается. Вот эти шланг, это газовый шланг здесь пришлось поставить. Вот он здесь поднимается и идет к клапану подачи воды. Камни после распаковки были хорошенько промыты. Потому что они как бы пыльные были. Чтобы уложить камушки, нам надо вот снять вот эту верхнюю панель. Два барашка. Здесь поднимается. Там уже начали. Да, внутри уже начали укладывать. Все, надо еще уложить до верху. Промежуточки сохраняются. Места тут маловато между тенами, поэтому надо ловить размер камушков, чтобы ее более плотно укладывать. Иначе когда передача тепла будет поменьше, будет похуже. Она будет пустый воздух греть. Поэтому она как-то вот по калашкам она ложилась. Как тетрис, короче. Дырки вот эти запихиваешь, чтобы максимально улаживалось. Хорошо, а потом же вот это ты уложишь, и потом еще сверху здесь горку надо будет сделать. Да. Потом сверху еще будет горка. Самое главное, чтобы оно вылегло, ну, ближе к тенам. Вот эти максимально площади. Камень сам будет передавать потом тепло. Когда будет нагреваться. Он будет держать это лучше. Но передача от тенов через камень, вот это самое такое, самое нужное, оптимальное. Вот камни уложены прямо под вот эти кронштейны. А в кронштейны устанавливается вот такая вот конструкция из нержавейки. То есть в нее сюда попадает вода, когда заливается сверху с крышки. Получается какая-то металлическая стружка специальная. Вот фокус. Вот. Чтобы не плевалась вода назад. Когда да, наверное, чтобы не плевалась вода. И дальше эта вода вот здесь вот распределяется по этой конструкции. Вот здесь такие запилы сделаны. То есть она равномерно распределяет по камням эту воду. И сейчас, когда эта конструкция стала, и надо заложить ее до конца, до верху.
конструкция, сейчас уже приложили ее камнями. Сейчас будем примерять крышку, центрировать. Не так-то просто, когда она заложена камнями. Все, ну надо же еще перепроверить будет. Так, все, снимаем и продолжаем закладывать. Почти до самого верху выложено. Так, а сверху устанавливается, да, вот такая воронка, или как ее назвать? Ну, которая... Ну. О, точно. Лишь одна голова, хорошо. А три уже много. И теперь еще сверху надо уложить камнями. Всего в эту печь поместилось ровно 50 килограмм камней. Включаем. Так, это текущая температура. Верхняя показывает, это температура воздуха, термодатчика нашего 24 градуса. А 18 градусов это электрокаменки, которую мы только что укладывали. Все, задаем целевые показатели. Так, каменка 520 градусов. А температура в помещении, ну, давайте 70 для теста. Максимально здесь можно... Максимально 120 градусов можно поставить. Датчик температуры воздуха установлен вот здесь вот, ну, под самым потолком. Ну, так же, как и вот этот вот термогигрометр. И уже экспериментальным способом хозяева будут подбирать, сколько задавать температуру на блоке, чтобы здесь была уже нормальная рабочая температура. Довольно быстро температура воздуха начинает уже нагоняться. Вот отсюда идет теплый воздух, там два тена 3-киловаттных греют. И один 3-киловаттный тен греет вот эти камни. Присняли панель, она на таких мебельных петлях находится. И за ней вся разводка. Вот здесь из потолка приходит труба с проводами в распаечную коробку. Там на клеммах вага подключается вот термодатчик, который на потолок выходит. Вниз идет на кнопку подачи воды. И из этой же коробки выходят провода на клапан подачи воды. 220 вольт, 1 ватт он всего лишь потребляет при работе. Вот сейчас мы тестируем, ну, то есть я сижу, парюсь, тестируем мы эту печь. Сейчас подкинем и услышите звук. Непонятно, работала эта печка некоторое время. Я вокруг ней уже лежал и крутился, и по-всякому что с ней только не делал. А потом я отсоединил заземление там в щите. Ну, прилег здесь, вот пытался наладить. И меня жахнуло от печки, прям током конкретно. Я начал измерять, и оказалось, что... Третья фаза, то есть L3, прямо на корпусе сидит. Связались мы с службой заботы Сангенс, то есть так называется служба поддержки, забавно. И они определили, что это бракованный конвектор. И вот выслали новенький. Сейчас будем его менять. Вот таким образом он выглядит. Конвекторный нагреватель для электрокаменки 6 кВт. А снутри он выглядит таким вот образом. Намотанные спирали на изоляторы, на керамические. Меняется он довольно просто. Сейчас здесь внешней облицовки нету. Ну, если бы она здесь была, тогда снимается внешняя облицовка. В нашем случае это стекло. Но здесь может быть каменная или еще другая облицовка. Вот здесь вот такой щиток защиты. Выкручивается два винта. Внутри здесь еще два винта.
А изнутри здесь отключается три провода. Нулевой проводник, два фазных и заземляющие. Ну вот, я его вынул оттуда. Ну, на исследование. Где-то здесь происходит короткое на корпус. После всех мучений, после всех испытаний, свалившихся на нашу долю, наконец-то мы устанавливаем лицевые панели. Вот таким образом они выглядят. Это закаленное стекло, тонированное, с такими выемками. То есть вот этими выемками оно попадает вниз, в аналогичный такой же пазик внизу там. Вот в такой пазик. А потом сверху прикрывается вот такими панелями. И еще декоративной стеклянной панелью. А теперь хозяйка этой замечательной бани, Наталья, скажет, ну, отзыв свой расскажет по поводу того, что получилось. То есть по поводу печки, по поводу того, как она там пар дает, все вот это. Ну, в принципе, печь я знала, что она будет хороша. Недаром я ее выбрала. Эту печь поначалу, когда мы с Сашей ее установили, поначалу мне казалось, что она уж слишком сушит воздух. Но потом, спустя некоторое время, она поработала, я поработала. Работала в разных режимах, как у нас в банщиков говорят, лайтовый, и в столеварском режиме. Вот сегодня как раз поработала, я осталась очень довольна, дышится очень хорошо, пар влажности присутствует, сухости никакой не было, жар очень хорошо держит. Мне нравится, как тены держат температуру. Температура пара восстанавливается очень быстро. В каком смысле? В том, что бывает, что камни заливаются, и температуры нет в парной, и пар не такой жаркий. А с этой печью было просто бомбически прекрасно все. Ну, ты имеешь в виду, это же печь, у нее отдельно создается температура воздуха, и отдельно сама каменка греется. То есть они... Ну, воздух продолжает греться, а камни так подогревают. Нужно выставить правильно температуру в парной. Это работает конвектор у нас суховоздушный. И правильно установить температуру в самой внутренней каменке, где греются камни. Вот. Мои рекомендации, и это рекомендует не только я, также это и компания Sangens рекомендует. То есть я выставляю каменку на 550, а парную я выставила все-таки 80. Наверное, это зависит от кубометров самой парной и характера моего парения. То есть все равно вы выберете с опытом. Угу. Еще, может, немножко добавишь про совместное использование. У тебя же еще вторая есть, которая дровяная печь. То есть как они совместно можно с ними работать? То есть они дополняют друг друга или как-то они там в конфликте друг с другом? Сегодня я работала без дополнительной печки дровяной, но в тандеме они работают неплохо. Мне очень нравится автоматическая подача воды. То есть вот это клавиша автоматической подачи воды. Да, мне удалось выставить ее побольше секунд. Да, сколько меня научили. Сколько ты выставила? Я выставила на 7 секунд. Там максимум 10 секунд. Я выставила на 7 секунд. Мне вполне достаточно. То есть ты однократно нажимаешь, и тебе на какое-то время хватает? 7 секунд подается вода. Я много работала. Давай так скажу. У меня есть чем сравнить. У меня опыт очень большой. Я работала с разными электропечками. Вот, в основном все электропечи не контролируются никак автоматически. Вот, и они по большей части очень сильно сушат в парной воздух. И нужно банщику постоянно следить за этим. Искусственно обливать стены, полки, растрясать просто веники и влажность вот эту вот по парной, чтобы искусственно создавать влагу. Нет, в этой печи я не нуждалась в этом. То есть эта печь выдает именно такой пар,
потому что очень высокая температура в каменке, 550 градусов, и она выдает очень мелкий дисперсионный пар, и мне влаги было всегда достаточно. Всегда. Веники никогда не сохли. Да, отлично. Спасибо компании Сангетс. Все. Ну, на этом, наверное, все. Пойдем париться. Особенно моему электрику очень спасибо. Да, это мне спасибо. Александр. Да, это я. Давай, скажи пару слов. Да, я сейчас получу процедуру. Жду не дождусь. Угу. Вот тут, когда тягиваю сюда кнопочку, ну-ка. Оно, короче, знаешь, как? То есть оно не прям равномерно, оно, то есть оно еще как-то тоже по-живому, то есть, дает. Вот что. Не знаю, как это объяснить, то есть оно не одним сплошным потоком, а идет, ну, частично. Только еще раз. Еще разок. Перегрев. Ну все, закончилось, в общем-то, парение. Ну, какие ощущения? То есть мне сравнить даже вообще не с чем. То есть раньше я так не парился. То есть мастер очень круто это делает. То есть у меня такого точно не было еще. Ну, печи достаточно дала тепла? Да. То есть я обычно не прогреваюсь. То есть вот в чем суть. То есть я как бы сверху кожица моя немножко, ну, как бы разогревается, а внутрь не идет. То есть, а сейчас я полностью внутрь зашло. То есть прогрелся, ну, хорошо прогрелся. Ну, это не только от печи зависит. Да-да-да, от печи зависит, как этот пар ложить или класть. И я еще хочу от себя добавить, но, да, что вот мы с Сашей в парной обсуждали, что такая печь, электропечь с автоматическим, скажем там, подогревом и контролем температуры во многом освобождает банщика от лишних хлопот, от беготни, подбрасывания дров, вовремя или не вовремя ты подбросил, по количеству тоже вечно всегда сомнения и волнения. Вот, а здесь все четко, ясно, температура всегда выстраивается, супер. Я рада этому. Все, отлично. Таким образом выглядит печь в собранном виде, стекло. То есть во время парения оно, ну, довольно ощутимо нагревается. То есть оно прям, ну, обжечься можно. Вот здесь такие камушки декоративные. Вход в парную. Вот таким образом выглядит парная после парения. Сейчас все здесь мокро, немножко листиков. Тут веники для запаха висят. Полки с подсветкой. Всякий веер. И три светильничка. Это моечное отделение. Все в плиточке. Здесь висят разнообразные веники. Стоечка, ведра, душек. Так, ну а вот здесь вот находится санузел. Вот здесь мы заходим, это мои вещи. Здесь заходим, лавочка для раздевания, кулер с водичкой. Здесь, ну, когда надо, включается кондиционер, часики, чтобы следить, зеркало. Койка, чтобы отдохнуть. Вот эта печь, которая дровяная. Ну, видимо, сейчас она будет использоваться как камин. Да, еще. Так. Массажный стол. Массажный стол. Да, массажист. Ну, на этом все, ребята. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всем спасибо за просмотр и лайк за годный контент.